Сейчас мы находимся рядом с лондонским кварталом, который называется Чайнатаун. Довольно-таки известный квартал среди туристов. Переводится как китайский квартал. Появился он в 1970-х годах. До этого китайский квартал находился в другом районе Лондона. Ну вот, здесь есть построена такая небольшая пагода и ворота в китайском стиле. Этот район известен тем, что здесь расположены китайские магазины, сувенирные лавки, китайские рестораны. Здесь названия магазинов, ресторанов продублированы на английском языке и на китайском. Китайские иероглифы. Uh-huh.